Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Давали ли взятки мариупольцы? Мы решили узнать на улицах города. Скажите, вам в своей жизни где-то приходилось кому-то подмазать, дать взяточку? В самой молодости. Даете постоянно? Всегда. Вот кому вы давали? Не буду говорить. Это уже прошедшее время, но объясняю, что мне всегда было после этого легче. И я никогда об этом не жалела. Начиная с детских садиков и поехали дальше. Вы поняли? Всю жизнь. Вот, в общем, если вы не дадите, с вами будут разговаривать, простите, как с быдлом. И никто ничего вам ни в чем не поможет. И все. Вы давали? Не давали. Не давал? Не давал. Ну, потому что вы решаете все вопросы безреально, без того, чтобы подмазать, подарочек принести. Да какой? Куда? Какие подарки? Не давал нигде. То есть вы реально такой человек, который вы вопросы свои не решаете с взятками? Нет. А как вы решаете? Законом как? Не знаешь, как поступить, поступай по закону. Да. День борьбы с коррупцией. Вам когда-нибудь приходилось давать взятку? В Украине она непобедима. Пусть ворует, когда она воруется, тогда будет, потом будет легче. Когда она воруется, будет легче. Значит, никогда это не произойдет, никто не наворует. Не, исключено. Давали взятку? Я? Ну, честно, я давал. Конечно. Кому? Ну как, фамилии называть, что ли? При покупке телефона, в торговле, везде. Даже при покупке телефона? Конечно. А там зачем? Домашний телефон надо было поставить $100, чтобы поставить телефон. Домашний. Кому-нибудь взяточку давали? Нет. Ну, в школе там физруку, не пойти на физру, надо там что-нибудь. Можно просто побегать. То есть вы такая честная? Да. Взятки не даете? Нет. Никогда не приходилось давать? Никогда. А будете? Вряд ли. Почему? Потому что хочется все-таки поесть вкусно, чем дать кому-то денег. Ну, наверное, да. Может, просто не в крупных размерах, конечно. Вспомните, какая вот сумма такая с нулями какими, двумя-тремя, а? Да не, ну да. Да не, я вот правда, я не помню. Это было где-то вот по службе, по учебе, может быть, давно, что-нибудь такое, или кому-то там на коммунальные услуги, там что-то, чтобы быстрее провернуть. Все, наверное, это было по учебе когда-то. И даже, может, это больше как благодарность была, не знаю. Нет, вы реально не скажете, да? И никто не скажет? Нет, конечно. Потому что это все очень серьезно. Никто не будет это афишировать, правильно? Как было, так оно и будет. Не взятку, ну, врачу поблагодарить, конфеты, там, коньячок, это нормально. А взятки не приходилось. Врачу именно, да? Ну, врачу, ну как благодарность такая. Честно. Давала, а как же. Жизнь такая была. И есть. И сейчас приходится. Ну, сейчас уже нечего давать, если честно, пенсионеры, я не могу вам сказать, не даю сейчас, а раньше было так. Помните, какая была сумма? Большая? Не, небольшая, но мне скорее, вы знаете, тогда не сумма была, а как-то конфеты, коньячок, да, вот такой вот. Каждый день с утра до ночи. Все вот обычно взят. Да ни в каких я никогда никому не даю и давать не буду. Даже когда вынуждает, не будете давать? Никогда. Но кому и когда не скажу. Да. Потому что это в основном медицина. Поэтому не скажу. Размер хотя бы можете сказать сумму? Не. Нет. Вы реально никому ничего не давали? Нет. Такие вопросы никогда не решали, да? Не решала. Ну, а вы как считаете, вот когда давать взятку, это плохо или без этого нашей жизни ну никогда не получается? Вообще, это я считаю, что надо решать все по-честному.